в профессиональных достижениях и уверенности в своем деле. Закроем, а наоборот, откроем окно, потому что холодно, убиваем. Вам не кажется, что каждый человек, носящий толстовку, выглядит намного круче? Мне так кажется. Надел толстовку и сразу стал крутым. Фантики. И ASMR. Уходим. Где? Полотенце у тебя сзади. Чё ты шумишь? Чего хотела? А, я, в общем, вы же знаете эти танцы из... Не помню. Да ладно. Как это делается? Мне кажется, я начала получаться. Красотка! Ух ты, какой у меня экран! Ты посмотри только, какой он грязный! Уже сколько пыли, невероятно. Примерно час. Ага, спасибо. А еще у меня здесь есть йогурт питьевой. С гранатом. Люблю гранаты. Люблю, на самом деле, рабочие столы. Смотреть, да, у меня зацеплена камера кошечкой. А вот это наклейки. Ага, это рисунки, это Катя задрот, это рисунки. А еще здесь есть очень необычная папка, ее, видимо, нету, не знаю, где она. Не найти, видимо, латынь. Какая красотка. Смешно. Есть еще одна собака, но она со мной играть не хочет. Она старая и меня боится. Да, собака? Знакомлю вас с новым прыщом. Это Арсений. Но мой новый прыщ... Я сегодня ничего не делала. Совсем. Я хотела сделать латынь, историю и английский. Не вышло. Ой, какой красивый молодой человек. Ушел с экрана. У нас свой есть. Так что вы скажете о моих ночных танцах? Здорово. Здорово. Хотелось бы подобные танцы видеть утром. Знаете, мне бы тоже хотелось их видеть по утрам. А где ваш мизинец? Нужно пить чай с мизинцем. Вот
Ой. Вот так, ой. Вот так. Покажите свои мизинцы. Вы все пальцы запырили. А нужно только... Они почему-то не отделяются. Вы Ихтиандра? В ваших глазах читается, да. Да? Мизинец? Мизинец? А где вы? Вот у вас и голос, и мизинец пропал. Да. Какая неудача. Мизинец! Пытайся. Борис, Борис. Молодец, давай, пример. Вот, вот такой вот рукой хватай чашку. Оп, оп. Ага. Пока.